заряд смонтировать. С чего начинается зарядка? Ну, так как у меня ноги не работают, для меня лично рекомендация ноги разминать. Вот, там, туда-сюда. Но это для меня нелюбимое упражнение, потому что и, соответственно, и ноги не работают. Или может уже поздно. Ну, всем другим и детям, вот с вами чай. Если ребенок встанет в 5 лет и начнет вырабатывать грудную мышцу, иногда, то у него выработается корпус за несколько лет. Так, что, а корпус это основа удара. А взрослые могут этими. Вот отсюда, если взрослый сделает удар, почти смелая линия, без... Мяч, тот накачанный, тот прыгает. Ну, не важно, отсюда. Очень тяжелое упражнение. То у взрослого будет вырабатываться корпус. Подсмотрел это упражнение у первой ракетки, которая была, Энди Моррей. Не мое упражнение. Он так делал. Восстанавливаться. Когда ноги разогреты, можно сделать прыжки в длину. Что покажет, что у человека будет очень сильный удар. Вот это покажет, что у человека при координации будет сильный удар. Если он вот отсюда будет без отскока бить стену. Что покажет, что человек хорошо бегает по корту. Вот это. Только длин. К нам пришел человек, и он внешне вообще был не тенисист. Но он отсюда чуть ли не туда прыгал. И сразу, через год он стал топовым теннисистом. Хотя я не могу прыгать. Если я в топе, без ног, то это случайно со мной кто-то на меня играет. Если со мной кто-то в одиночке на меня не играет, тогда он меня легко выигрывает, потому что ноги не работают. Фух. Так, сейчас. Давай еще по теннису порассуждаем. Как играть в теннис? Зачем на стенке вырабатывать себе мышцы и все остальное для автоматизма? Чтобы в игре играть на подсознании. Дело в том, что если вы будете играть осознанно, ставя каждый раз план на удар, то это из пословицы «расскажи Богу план, и ничего не получится». Ни в бизнесе, ни в теннисе. В теннисе, правда, мгновенные планы. Ну, много, ну, ставят игроки себе, мгновенно как ударить, мгновенно как подойти, как это. И в большинстве случаев ошибаются. На стенке мы вырабатываем мышцы, все наши движения на разную имитацию игры на корте. А на корте пробуем играть на подсознание. Все это описано у Тимоти Гэтуэй, как это называется, «Психология успешной игры». Из серии, скажем, опять же, из серии «Расскажи Богу планы, и Бог посмеется». Хотя на эту тему шутка есть одна. Встречаю одного своего товарища недавно здесь. Он мне дарит вот этот напульсник. Я снимаю шляпу и говорю, а тебе это моя шляпа? Он, нет, меня сразу спалят. Ну, шляпа, видите, тут каннабис у меня везде нарисован. Я говорю, ну, мне тогда, наверное, бутылки надо. И то бросил уже. Это самое. Так вот, про планы. С другой стороны, если ставя план на игру, ставя и так далее, тоже может получиться, тоже. Но я видел, что в игре ставь план, не ставь план, на подсознание. Все-таки успешнее люди, которые на подсознании. Бывает такое, что на подсознании ниже уровнем или среди любителей игроков вышел и видно, что играет на подсознании. Ну, он не ставит себе ни планы, ни все. И выше уровень игрок ему удивительно начинает проигрывать. Такое видел среди любителей. Ну, бывает наоборот. Конечно, выше уровнем игроком, натренированный и так далее, может даже полностью планировать свой каждый удар, и может и выиграть, может и так. Но чаще на подсознание. Еще раз, стенка. Надо нам выработать все свои мышцы, натренировать мышцы, навыки теннисиста за несколько лет, чтобы мы на корте играли на подсознание.
ни в коем случае не слушаем, где какой удар и как он должен быть, просто подводящими упражнениями на стенке, подводящие упражнения смотрим у Кулябина, у многих там в Ютубе. Именно подводящие, несложные упражнения, никакие полные совсем со всей дури, какой-то замах, начинают вот начинающие что-то выдумывать, и нифига у них не получается. Четко подводящее упражнение на каждую группу мышц, на каждый удар. Подводящее, в котором трудно ошибиться. Пример подводящее, в котором трудно ошибиться, сейчас быстро показываю. Подводящее, если вы не будете, будете бить одной рукой, не будете вот так тренироваться с этим, ничего, вот так. Если будете постоянно на стенке одной рукой, то одной из подводящих и вообще не ошибетесь. Вот, элементарно. Вот, негде, в этом управлении негде жить. Вы встали несколько метров от стенки и бьете по ворону корпуса. Отошли, если корпус хорошо работает, отошли. Если корпус вообще хорошо работает, еще дальше отошли. И ущерена. Раскачивайте свой корпус. Опять же, этого можно избежать, если тренироваться на стенке двумя руками, держа ракетку. И вот такое, как зарядка. На сегодня все.